итоге Дешвандену дает только 12-й результат. Ну а у Дениса Корнилова с прыжком на 110 метров пока 14-е место. Виктор Полашек, Чешская Республика. 2 года назад был чемпионом мира среди юниоров. В общем, пока только осваивается. Он в элитной группе. В топ-30 несколько раз входил. Ну, а первая тридцатка получает, как известно, кубковые очки. И сейчас для него, наверное, вполне удовлетворительный прыжок на 126,5 метров. Неплохие оценки за стиль. 17. Все абсолютно судьи дали. И таким образом у него, с учетом еще и компенсации, получается 4-й результат. По поводу компенсации, пока готовится к старту следующий участник под 19-м номером. Это